Всем привет! Сегодня давайте посмотрим на команды 24-го тура в английской премьер-лиге. На воротах Нетто, бывший игрок Барселоны, сейчас стоит в Бормуте. Он, кстати, очень много пропустил по травме. Но когда он стоит в Бормуте, он стоит как-то феноменально. Вот и в последнем матче с Волками отстоял на 0. Бормут выиграл. 1-0. Эта победа позволила Бормуту подняться с зоны вылета. Туда на неделю опустился Вест Хэм, который проиграл Тоттенхэму. У Нетто в этом матче 4 сейва, 4 перехвата. Матч ключевой, потому что Волки тоже борются за выживание. Дальше слева защитник Саутгемптона, француз Пирау, 25 лет. У Саутгемптона, кстати, поменялся тренер. Эффект – победа. Пирау полностью отработал на своем левом фланге. Угадайте, кто играл против Саутгемптона? Правильно, Челси. На фланге он отражал атаки Аспилюкуэты, Мадуэки, потом вышел туда Стерлинг, смещался на этот фланг, ну и Хаверц. Как сыграл украинский нападающий Михайло Мудрик, выйдя на замену? Гениально. Растворился на поле. У него 2 неточных навеса и 2 неудачные попытки дриблинга. Первый центральный защитник – Личи Мартинес из Манчестера. Он очень хорошо высоко прессинговал. За первый тайм, что удивительно, были очень крутые показатели по борьбе, при том в центре поля. Для центрального защитника это не свойственно. Видите карту покрытия его движений. Высокий прессинг для центрального защитника, имею в виду, когда он задирается очень высоко к центру поля, и там прессингует нападающих соперника, не давая им принимать мяч. Он по своей сути превращается в опорника. Это часто используется в тройке центральных, но МЮ используют двойки. Вы спросите, почему МЮ так рискует без Казимира, там же некому подстраховать. И будете неправы, его периодически страховал Люк Шоу, который теперь умеет играть центрального. Второй центральный защитник тоже из Манчестера, швед Виктор Линделев, отыгравший тоже достаточно неплохой матч. 8 выносов, 4 перехвата, 3 отбора, считай, все в первом тайме, плюс выиграл весь второй этаж, 4 из 4, борьба на втором этаже. Вы спросите, почему все за первый тайм? Потому что он был последним защитником, а во втором Лестер, считай, не атаковал. Правый защитник Эмерсон, забивший первый гол в ворота Вест Хэма. Эта победа позволила Тоттенхэму выйти сейчас на четвертое место. Кстати, Тоттенхэм опять выигрывает дома и опять без Конте. Что мне непонятно, они купили на позицию Эмерсона Педропора, правого защитника из Спортинга. Но Эмерсон этот сезон проводит достаточно неплохо. Зачем? На будущее. А так непонятно. Эмерсон помимо гола сделал еще 5 выносов, 2 отбора и 2 ключевые передачи. Дальше идут центральные полузащитники Уорд Праус из Саутгемптона. Забил гол Челси, угадайте как? Со штрафного. Плюс он был повсюду. У него еще в запасе 2 ключевых паса, 4 выноса, 4 перехвата и 3 отбора. Он, кстати, по голам со штрафного может обойти Дэвида Бекхэма. Но если останется, а скорее всего он останется, даже если Саутгемптон вылетит, потому что игрок он достаточно высокого класса. Что может пугать потенциальных покупателей из топ-команд? Невысокий рост, 1,73 м. Второй центральный полузащитник Бруно. Он в последних матчах действует не как ЦПшник, не как цапник, а по сути как правый полузащитник. Почему? Потому что он обладает функцией плеймейкера и хорошо ищет зоны. Он на фланге принимает мяч и закидывает на нападающих. На Санчо, на Решфорда. А в центре поля на позиции цапника-ЦПшника сейчас отрабатывает Воут Вегерхорст, который по сути нападающий, но в Манчестере это полузащитник, притом центральный. За счет своего скилла в прессинге Бруно в матче с Лестером отдал 2 голевых и сделал 9 ключевых пасов. Это может быть даже, кстати, рекорд в АПЛ, но точно не скажу. Эдегор в матче с Астон Виллой отдал 1 голевую передачу, сделал 7 ключевых пасов. Очень неплохой матч. Арсенал по ходу матча дважды проигрывал. Сначала 1-0, потом 2-1. Также в этом матче отметился голом украинский защитник-полузащитник Александр Зинченко. Поздравляем. Отрыв Арсенала от Сити теперь составляет 2 очка, от Манчестера 5. Но у Арсенала матч в запасе. Манор Соломон, левый нап, который принадлежит Шахтеру, но якобы находится в аренде в Фулхэме. На самом деле там просто ушел по свободному трансферу. Вот он вышел на замену на 82-й минуте и забил гол, который принес победу Фулхэмам над очень сложным и непростым Брайтоном. Тем более это была выездная победа. Фулхэм благодаря этой победе обошел Брайтон на 3 очка, но у Брайтона еще 2 матча в запасе. А Фулхэм сейчас 6-й. В Фулхэме очень круто работает португальский специалист Марко Силва, который в свое время забраковал Эвертон. Правый нап, Сака. Если Арсенал выиграет чемпионат, его должны признать лучшим игроком чемпионата Англии. В матче с Астон Виллой забил гол. Хотя ключевых пасов и не отдавал, но у него там сумасшедшие показатели по работе. 21 единоборство, 11 выигранных. Он в этом плане очень похож на Жуниора из Реала. Хотя может уступать Винисиусу по дриблингу. Но тем не менее сумасшедший прогресс за 3 года.
центре нападения тоже англичанин Маркус Рэшфорд. Что с ним делал Тенхаг, я не знаю. Но он побежал как божина. В свое время он получил авансы не меньше, чем Мбаппе. Но вышел на топ-уровень вот только сейчас, в 25 лет. В матче с Лестером оформил дубль. Кстати, у него так и не продлен контракт с Манчестером. Думаю, многое будет зависеть от того, кто купит Юнайтед. И будут на это деньги или нет. Потому что сумму контракта по своей игре заломит он немаленькую. Все-таки год по контракту — это прям писец. Тактика у нас достаточно атакующая, достаточно распространенная в АПЛ. Да и в мире теперь 4-3-3. Игрок тура — Бруно Фернандеш, создавший для своей команды 4 голевых момента. Реализовали, к сожалению, только 2, но это футбол. 100% реализация есть только в FIFA, но не в футболе. Тренер тура — лысый гений из Манчестера Эрик Тенхаг, который посреди недели сумел сыграть ничью с Барселоной, дома выдержали натиск от Лестера, ну и выиграли. Конечно, мог подвести Сабитцер, если бы удалился, но повезло, судья молодец. Пока!